Здравствуйте, команда Estelle. Сыграли сегодня с ТПК, по-моему. Вот, 10-1 сыграли. Игра, в принципе, хорошая была, совались. Вот. Не повезло сопернику, как-то у них не сыграно было. Так, в принципе, хорошо, без травм. Как бы оценили игру соперника? Игру соперника, мне кажется, они вот конкуренты хорошие шпили, а так вот. У них есть бессыгранности нету. Угу. Что помогло вашей команде выиграть сегодня? Играли в пас, открывались, в защите хорошо сыграли. Угу. Вардар вообще молодец тоже, надежно играл. Один гол пропустил, хорошо сыграл. Довольны результатом? Да, в принципе, более-менее чем. Спасибо большое.